Здравствуйте, Олексий. Мы находимся между двумя турами президентских выборов в Украине. Хочу начать наш разговор с вопросом, правильно ли обвиняют Зеленского, что он прорусский кандидат? Хороший вопрос. Я бы переформулировал. Да? Опять-таки, я высказываю личное мнение и, по всей видимости, мнение многих противников Зеленского о том, что он не так пророссийский кандидат, как кандидат, которому, в общем-то, глубоко наплевать на все. Ну, то есть, ему все равно. Да, понимаю. То есть, речь идет о чем? Он достаточно успешный бизнесмен в плане шоу-бизнеса. Он довольно успешно продвигает свои продукты в России. У него достаточно обширные связи именно в сфере медийного бизнеса, и не только медийного, опять-таки в России. С этой точки зрения, да, безусловно, его можно называть пророссийским кандидатом. С другой стороны, учитывая то, какую повестку дня он задает, как прекратить войну на Донбассе, да просто перестать стрелять. Но так не бывает, на самом деле это не работает. Да. Знаете, здесь я бы хотел просто расставить точки над «и» в этом вопросе. Помните, замечательная была фраза об Израиле. Если арабы сложат оружие, кончится война. Если Израиль сложит оружие, закончится Израиль. Вот. Здесь, собственно говоря, ситуация та же. Нужно понимать, что Кремль заинтересован в Украине, в контроле над Украиной прежде всего. Причем во всецелом контроле над Украиной. Ну или в глубоком расколе. С тем, чтобы между недружественной Украиной и Россией был некий, ну, назовем его санитарный барьер, да? Да. Вот. И из того, что озвучивает Зеленский, ясно, во-первых, что у него четкой программы нет. У него, по большому счету, нет четкой программы ни по одному вопросу. А с другой стороны, он говорит то, что, по всей видимости, хочет услышать от него не только значительная часть украинских избирателей, да, но и Кремль. А у Зеленского программы нет, но можем ли сказать то же самое о Коломойском, которого связывают с Зеленским как его скрытый, тайный благодетель финансовый и так далее? Но он даже не такой уже скрытый, он вполне явный благодетель Зеленского, причем сразу по многим пунктам, начиная от того, что канал 1+1, на котором крутятся шоу Зеленского, и 95-й квартал, и сериал «Слуга народа» о президенте Голобородько. Вот, этот канал принадлежит Коломойскому. Да. С другой стороны, адвокат Коломойского обслуживает интересы Зеленского. С третьей стороны, когда мы видели прекрасное постановочное шоу с анализом крови, так Зеленский на эту шоу, на эту процедуру приехал на машине, которая ранее принадлежала Коломойскому. То есть говорить о том, что между Зеленским и Коломойским существует некая тайная связь, но это... знаете, это, мягко говоря, преувеличение. Ну, какие у него будут интересы? У Коломойского интересы очень прагматичные, очень жесткие. Это бизнесмен, который относится к бизнесу, собственно говоря, как к игре, всегда так относился, к игре с высокими ставками. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, учитывая то, что между ним и президентом Порошенко существует очень жесткий конфликт, да, в связи с многими причинами. Одна из этих причин то, что Коломойского подвинули с должности губернаторской.
Вторая причина – это то, что у него отобрали, ну, национализировали Приватбанк. То есть он относится к Порошенко как к личному врагу и жаждет вендетты. С другой стороны, и здесь, пожалуй, отчасти правы сторонники Зеленского, у Коломойского достаточно жесткий конфликт и с Кремлем. В свое время его даже в розыск объявляли, да, вы знаете. Да, я тоже это имел в виду, что у него очень большие потери в районах, в которых война сейчас идет. Да, совершенно верно. Но опять-таки я повторюсь, Коломойский бизнесмен, который привык относиться к бизнесу как к игре. Соответственно, как игрок, я не исключаю, что он может попытаться договориться с Кремлем в той или иной форме. И так или иначе эта договоренность будет выгодна ему, но не Украине. Да, и подходим к моему следующему вопросу. Скажем, что Зеленский выиграет, он будет следующий президент Украины. Что изменится в Украине, если президентский, если Зеленский будет избран президентом? Какие, ну, о сближении с Россией мы уже разговаривали, но что еще может произойти гипотетично в Украине? Асен, я бы не стал говорить о сближении с Россией. Да. Здесь стоит понимать одну вещь. Коридор возможностей у каждого из кандидатов в случае либо переизбрания, либо избрания на президентский пост будет достаточно ограничен. То есть, с одной стороны, допустим, шансов у него меньше, но все-таки, допустим, побеждает Порошенко. Он не сможет игнорировать фактор Зеленского. Настроение около трети избирателей, причем это не все избиратели. Здесь нужно четко понимать. Я немножко отступлюсь, потом вернусь. Да. Значит, кто голосовал за Зеленского? За Зеленского голосовали не только ярые сторонники Зеленского. За Зеленского голосовали те, кому не нравится система и вот это вот все. Да. То есть это в значительной мере протестное голосование. Да. Это голосование, причем этот протест поддержан и средним классом в значительной мере. Этот протест поддержан теми, кто ожидает увидеть в политике новых свежих лиц, но в политике не разбирается. Да. Вот, собственно говоря, таковыми является значительная часть населения Украины и, естественно, значительная часть избирателей. Да. В то же время, так или иначе, эти протестные настроения нужно будет учитывать Порошенко, если он победит. Это что? Это запрос на новую экономическую политику. Опять-таки, запрос на реформы, которые идут недостаточно, по мнению избирателя, быстро, недостаточно хорошо. Это запрос, опять же, на новые лица в политике, да. На незаангажированные, незапятнанные коррупцией и так далее. Да. В то же время это запрос и той части населения Украины, той части избирателей, которая отчасти под воздействием российской пропаганды, отчасти по причине недостаточного информирования со стороны Украины, поскольку в значительной мере президент Порошенко проигрывает информационную войну по ряду направлений. Да? Значит, в значительной мере по этим причинам эти избиратели хотят, чтобы наконец закончилась война. А им не важно, что война может закончиться по решению Кремля с одной стороны, либо по капитуляции Украины с другой стороны. Да. Третьего варианта нет. Да. Но так или иначе, с этими настроениями Порошенко придется что-то делать. В то же время, и здесь он ограничен, да? В то же время, в той же степени будет ограничен и Зеленский, который не сможет капитулировать перед Россией, поскольку очень большая часть населения патриотически настроенного, очень большая часть граждан, которые хотят отстаивать свои интересы и интересы своей страны, значительная часть граждан, которые прошли через
антитеррористическую операцию, она же сейчас операция объединенных сил на Донбассе, они просто не дадут взять и капитулировать. Это будет огромнейшая дестабилизация политического режима. Понимаю. Поэтому, так или иначе, кто бы ни стал президентом, ему придется очень здорово лавировать между этими настроениями. Да, понимаю. И хорошего решения здесь быть не может. Однако, учитывая то, что бизнес и в Украине, и вообще в целом в мире, да, он, за исключением разве что российского и китайского, потерял национальность. Да. Вы понимаете. Да, да. Вот. Он, так или иначе, я не исключаю попыток таких договорников, как говорят. То есть, слово с негативными коннотациями, да, это закулисная договоренность. Да, да. Вот. В то же время, для меня лично, мне лично видится еще одна опасность в случае, если Зеленский побеждает. И эту опасность мы уже видим со стороны Германии, которая, во-первых, педалирует проект строительства «Северного потока-2». Да. Да, продвигает его. Объясняя его исключительно экономическим интересом, но проблема в том, что для России вопрос энергетической политики – это всегда вопрос, прежде всего, политики, да, и лишь потом экономики. Да. Всегда и по определению. Это вопрос влияния. Что мы видели на примере газовых войн с Украиной, помните? Да. Мы видели это на примере и шантажа Европейского Союза, опять-таки, и так далее. То есть здесь доказывать не нужно. Второй момент – это то, что Германия и уже сейчас пытается, по крайней мере, начать диалог о смягчении санкций. В частности, о снятии санкций с российской делегации в Совете Европы. И я подхожу к опасности, которая, как мне видится, нам грозит в случае избрания Зеленского президентом. Это опасность того, что Ангела Меркель может почувствовать себя свободной, а уж тем более ее преемница, госпожа Аннегрет, да, будут чувствовать себя свободными от неких личных обязательств, да, данных президенту Порошенко. Да, понимаю. То есть, условно говоря, Ангела говорит: Володя, я договаривалась с ним, а не с тобой. Да. В то же время немцы получают прекрасную возможность вбросить в медийное пространство, и это уже происходит, да, тезис о том, что Зеленский товарищ мутный, не весть кто, Украиной управляет непонятно кто, ну то есть понятно, олигархи. Да. Так зачем ей помогать, зачем терять свои интересы, зачем ставить их под угрозу, если вот посмотрите, украинская сторона сама готова договариваться с Россией, сама готова капитулировать, условно говоря, да, и так далее. Я подчеркиваю, я не утверждаю, что именно так и будет. Да, ну вполне возможно. Но в медийной плоскости, именно в плоскости воздействия через средства массовой информации, через социальные сети, да, то есть этот тезис, безусловно, может быть использован. Понимаю. Мне хотелось бы спросить вас еще о том, что, ну, слушая вас и рассуждая о ситуации, скажем, в Болгарии, мне кажется, что Украина присоединилась к странам с сильным протестным голосованием, как Словакия, Италия, обе Америки, в том числе и Болгария. Болгария. Да. Что вы думаете об этом? Я абсолютно соглашусь с этим тезисом. Более того, сама схема этого протестного голосования
позволяет утверждать, знаете, у нас популярен лозунг, да. Украина – это Европа, Украина – это Европа. Да. Так в этом смысле Украина, Украина является Европой на 100%. Я объясню. Да. Если мы берем протестное голосование в обеих Америках, то так или иначе, кандидат, будущий победитель, да, ну, кандидат от протеста, он, во-первых, является зачастую все-таки человеком из системы, не извне, да, то есть он просто может использовать имидж или в самом деле пытаться ломать систему, но он является человеком системы, но в то же время он в некоторой степени самодостаточен. Ну, возьмем президента Трампа. Да. Да? Он сам себе имиджмейкер, он сам себе стратег. Нет, я не утверждаю, то есть, опять-таки, разумеется, у него есть штаб, разумеется, у него есть планирование некоторое и так далее. Но этот человек, он достаточно свободен в своих действиях. Доминирует. Да, спасибо. То же самое можно говорить и о волне победителей. Ну, 17 выборов, 17, по-моему, было в Южной Америке. Да. На протяжении последних 2 лет, да, и мы там видим более-менее тот же сценарий. Но что касается Европы, человек, который систему ломает, оказывается за кулисами. Очень часто. Скажем, можно взять пример Польши, как наиболее явный. Да, у нас есть, ну, у поляков есть президент и prezes. И это два разных человека. Это... Анджей Дуда, да. Президент, и Презес, который управляет президентом. Презес – это глава партии. Да. Да, который управляет президентом, и это господин Качинский. Да. Если мы берем пример Италии, мы видим то же самое. Мы видим... Очередную попытку Берлускони вернуться во власть. Да. Ну, в конце концов, он идет в Европарламент. Да, но тем не менее, его партия, так или иначе, с человеком, которого он двигает перед собой, имеет очень хорошие перспективы. Да, да, понимаю. Словакия, мы имеем тот же сценарий. Президент Киска ушел, и вместо президента Киски приходит человек, которому... У которого с президентом Киской все равно существует хорошо налаженный канал связи. Да, да, да. Да, то есть фактически она его назначенец. Берем пример Украины, что мы видим? Мы видим пару Коломойский, серый кардинал, и мы видим Зеленский, который торгует лицом. Да. А если мы возвращаемся к Болгарии, я в принципе вижу ту же схему. Да. В Болгарии, может быть, я вам попробую подсказать немножко. Наш президент в Болгарии говорит одно, скажем, критично относится, мягко говоря, к НАТО. Но когда идет на саммиты НАТО, он там все документы подписывает, потом возвращается в Болгарию и о этом не говорит, не рассказывает. На сайте президента сообщения не увидим и так далее. В том смысле, мне кажется, что будущая эвентуальная позиция Зеленского, как удобный, скажем, Меркель Германии, и Радева, как удобный Кремлю болгарский президент, очень одинаковые. Я больше того скажу. Поскольку Зеленского еще на саммиты НАТО никто не звал, Зеленский уже заявил о том, что нам необходим референдум относительно вступления в НАТО. То есть это шаг назад. Шаг назад. Это при том, что в Конституцию пункт о нашем стремлении, о нашей перспективе, да. Да, о нашем стремлении вступить в альянс, он зафиксирован. Угу. Зафиксирован недавно. Но здесь стоит сказать больше. Аналогия между Радевым и Зеленским, мне кажется, гораздо шире. Да. И тот абсолютные дилетанты в политике. Да, окей. Да, ну, один пилот, второй шоумен.
Ну, пилот, ну, тоже шоумен. Показывает там сложные пируэты. Хорошо, пилоты, ну, всегда, да, пилот-истребитель это всегда шоумен. Да. They like to show off. Yes. Да. Первый момент. Второй момент. Так или иначе, они очень сильно полагаются на мнение своих советников, которые, по большому счету, даже не являются их советниками. Да. Это люди, ведущие свою игру. Да. Третий момент. Они говорят то, что хочет услышать публика. Это точно, да. Мы идем дальше. Четвертый момент. Они не читают законов. Я об этом не рассуждал в Болгарии, но я склонен согласиться с вами, да. То есть я имею в виду, что тот же Зеленский, к примеру, когда вызывает Порошенко на дебаты, вызывает его на стадион, это комичная история, просто доходящая до анекдота, это прекрасное шоу, не имеющее ничего общего на самом деле, ну, скажем так, с респектабельной политикой. Да, да? То есть да. Это политика шоу, это политика площадей. Да. Но при этом у нас есть абсолютно четко прописанная процедура того, как должны проходить дебаты между кандидатами. Да. Совершенно четко. Это должна быть общественная телекомпания, это должна быть студия, это должен быть режим диалога, а не рок-концерта, ну и так далее. Да. Зеленскому все равно, что там написано. Радев, я, к сожалению, сейчас не приведу примера, да. Так в память не всплывает, но сам модус операнди, сама манера поведения, да, он говорит... Мы должны сделать то-то и то-то. Так, господин Радев, у вас же есть законодательство, у вас там это написано. Ну, какая разница? Да, скажем, коррупция в Болгарии сейчас очень серьезная проблема. Он говорит, мы должны сделать то и то, но законы существуют. Есть коррупционное законодательство. Есть, конечно, да, понимаю. У вас четко прописанная процедура этого антикоррупционного законодательства. Просто этой процедуры нужно придерживаться. Да, понимаю. Да. Но это не важно. У нас, кстати, та же самая ситуация. Зеленский тоже говорит, что он будет бороться с коррупцией, он посадит коррупционеров и так далее. Но опять-таки, господин вероятный президент, не вы решаете, кто будет садиться в тюрьму. А закон, да, и суд. Совершенно верно. Но здесь опять-таки он говорит то, что хочет услышать избиратель. Да, избиратель хочет, чтобы коррупционеры сидели. Да. И избирателя не волнует, что заботиться об этом должны суды, а не телефон, а не президент, который звонит судье и говорит, вот этого посадите на 15 лет. Да. Это неправильно. Да. Понимаю. Окей. Я думаю, что, ну, скажем, давайте закончим разговор так. Получат ли после этих выборов украинцы, на болгарском мы говорим, еще из того же самого. Да, я, пожалуй, вынужден признать, что, как у нас могут сказать, это обмен шила на мыло. Окей. То есть, скоро увидимся, вы держитесь там, хорошего вам настроения, и ничего не изменится серьезно, правильно? Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что хуже не станет. Окей. Спасибо большое, Алексей. Желаю вам успешного дня сегодня. И... Спасибо взаимно. Держитесь. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Да.